Здравствуйте. Добрый день. Это Украина, город Кривой Рог. Ну, хорошо. Я вам уже звонила как-то. Вот, и хотела вас спросить по поводу лагеря вашего. Ну? Вы планируете в этом году делать, и вы говорили, он будет другой. Да. А вообще, как бы можно было приехать, или это... Ну, можно, конечно. Только мы должны знать, договориться, мы путевку вам выпишем. Вы согласитесь со всеми условиями, какие у нас есть. Мы узнаем, сколько вас человек будет. Я одна. Но одна — это опасно. Да, знаю. Одна нежелательно. Мы своих по одному не отпускаем, хотя бы двое. Ну вот и думайте как. А если ехать, то это, ну, в качестве кого там, помогать что-то или... Ну, мы все скажем вам, я путевку выпишу и маршрутку. Мы что, знаем, что вы согласитесь, что выполнять правила необходимо. Правила все для сохранения жизни, для того, чтобы человек мог свободно молиться, благодарить Бога. Все построено на Священном Писании. Я поняла. Хорошо. Это вы мне скинете сюда в скайпе, в электронном видео? Я сразу. Поговорим, я по скайпам скину. Вам сколько лет? 20. Будет 21. Так а в каком статусе вас принимать-то? Вот я же и спрашиваю. Ну вот видите как. Вот. Если бы я вас близко знал, как-то сказать, как работница в лагере, но у нас работники уже набраны. Если бы вы взяли с собой детей... то как сопровождающие, тогда можно было как-то оправдать. Это же детский лагерь. Лагеря-то нету фактически. Мы нынче переселились в деревню, но сейчас подготовка идет. Вот сегодня купил там кухонные два, называют комбайны, или как назвать, 20 тысяч пришлось отдать. Как раз из Испании только прислали помощи. Мы ролик сняли, вот посмотрите, видели последний? Нет, про комбайн не видели. А посмотрите, последний самый, называется там про Испанию. Но думайте сами, как, по какому статусу. Если у вас будут ребятишки с собой, тогда... Нет, нет, именно речь только обо мне. Ну а я вас как, на основании чего приму? Вот это же я и спрашиваю. Никак. Это будет, во-первых, неоправданно, а во-вторых, опасно далеко. У нас тут есть, она принята как в число работников, девушка одна с Хакасии. Она может еще приехать. Но она у нас принимала крещение, мы уже давно знаем. Катя. Ну, вот так. А вы еще время-то есть? До открытия лагеря у нас 3 недели. Вы с кем-то поговорите, кто-то пожелает родителю оплатить дорогу ребятишкам. И вы собейте компанию и дайте знать. У нас было так, с Одессы приезжали, это же не ближе вас. Ну, да, одинаково. Из Николаева. Притом неоднократно приезжали. Бадаманевка. Вот так, что у нас с Украиной это хорошее отношение. Тем более, вот мы когда ездили на Благовестие, всех друзей посещали. У нас этого никогда не было. Мы Украину не считаем государством никаким. Это Россия, мы русские люди, все одинаковы. Мы верим по-православному. Ну вот сатана-то надсмеялся над людьми, между собой воюют. Куда годится это? Мы ни с кем не воюем. То есть мы, я говорю про нас, что вот, христиане, мы говорим людям. Я вчера выставил ролик, вот я, допустим, беру малину и нашел раненый чеченец. И как я к нему отнесусь? Я его не выдам. Он даст мне слово, я рассказываю, как беседуем мы о Христе. И я его тайно вывезу домой в Чечню. Мы живем короткой жизнью, надо жить ее по заповедям Божьим, по любви. Ну вот, думайте, время есть, а одной нет. А одной-то как я? Никак. И тут и делать нечего будет. А так вместе помогаете готовить. Мы можем даже отдельный домик выделить. Может, с кем-то, где женщина. Но если вы поедете, то не... ну нет такого, сказать, ограничения. Мальчики или девочки, какой национальности. Но желательно, чтобы православные были. Потому что без ведома родителей, чтобы родители вам написали с собой бумагу каждый, что они добровольно отдали детей, чтобы отдохнуть в поселке Потеряевка. Вот так. Если тут будет проверка какая, потому что мы же в государстве живем, вы легко представили, на вас, чтобы они выписали.
А вам мы это все скинем. Вот такой вопрос. Хорошо. Вас правильно-то как звать? Меня зовут Ривка. А что это? А как, Это вы крещеная? по-вашему мочёное. Мощеная. А как это имя-то какое? Как? Крестили с именем Анастасия. Ну, а откуда взялась эта Ривка? В общине. Ну, Анастасия, что? Это крестили. Тебя Господь будет искать под Анастасией. Анастасия означает воскресение. Прекрасное имя. А зачем вам Ривка-то? Откуда она? Это Ревека на синодальном. Непонятно. Ну, если вы Анастасия, это Анастасия, то имя, под которым вы причащаетесь, или как там, под этим Нет. именем отпевать вас будут в церкви. А Ривка такого и нету. Имя, я не знаю, может, это где-то в Израиле такое имя есть. Да. Может быть, это Ревекку так зовут? Да. Я правильно сказал? Да. Ну, это другое дело-то. А как Ребекка, какое отношение к вам имеет? Это у вас в паспорте так записано? Еще нет. Ну, это ваше дело, я просто говорю. Мы же православные. Вы наши ролики давно смотрите? Да, Ну, ну вот у как, нас ничего. относительно давно. У нас ничего не скрывается, видите? Мы не компонируем, а как вот есть, я с вами поговорился, вы не против, что я выставляю ваш ролик? Не против, не против. Не против. Мы говорим о хорошем, о спасении, о жизни во Христе. Нам таиться нечего. Когда люди боятся, чтобы не надо, то другое, я больше никогда не встречаюсь. Зачем душу портить? Мы на суде Божьем будем. Это наши минуты, которые нам Бог даровал, чтобы мы их провели вместе в благодарности Богу. В радости перед Богом. Наши правила вы знаете, как одеваются, как целомудренно, какая одежда. Вы же видите, в храме, как у нас люди и дети. Научиться многому можно. Но вот за это время вы постарайтесь. Знакомыми поговорите. Я вот рассказываю, что с Украины у нас сколько людей было. Но они приезжают, если большая группа, с Грузии были, то их сопровождает кто, и они помогают здесь. Мы разбиваем там мальчики отдельно, девочки отдельно. Но в дороге надо, конечно, понимать, где вы будете делать пересадку. Лучше всего, конечно, на своей машине. Но вам это никак не приехать. Так что, наверное, пока обойдетесь, как говорят, только думами одними. Вот, если дальше что-то надумать, и бывает, Бог чудеса допускает, это было бы чудесно, конечно. Вы пробыли сколько, и дети отдохнули, многое увидели вы своими глазами, поехали не с пустыми руками. Ну вот так. Вопросы-то есть какие-то еще? Пока нет. Пока нету. А вы знаете вопросов, почему нету? Почему? Два момента. Или все знает человек, или ничего не знает. Он не знает, какой вопрос задавать, когда все не ясно. Вот человек, который бывает, шел и вдруг потерял дорогу. Он может спрашивать, я шел правильно, река, все на карте сходится. Вот потерял, вот перешел мост, и тропинка какая-то, вот, это понятно, ему надо. А когда человек где-то был сброшен из парашюта ночью, он не знает, какой народ вокруг, что он боится выйти, его возьмут. И вот ему и вопросы задавать-то никакие нельзя. Он просто сидит и ждет чуда Божьего. Вот так с нами бывает. Ну тогда что, все, наверное, да? Да, спасибо вам. Но слава Христу! Работайте! Хорошо, Вот спасибо. воскрешайте жизнь вокруг себя, как Анастасия добрая. Хорошо. Но во славу Божию! Все.